а на полях Дона идет большая жатва. В совхозе «Гигант» передовиком соревнования комбайнеров-скоростников стал молодой коммунист Николай Кулаков. 208 гектаров пшеницы скосил он за 22 часа. В рекордные сроки были скошены на огромной площади озимы. Коллектив «Гиганта» с честью выполняет свое обязательство сдать государству 3 миллиона пудов зерна. После жатвы ростовские хлеборобы сразу же приступили к пахоте под новый урожай.